середины прошлого века племя Дани жило в каменном веке, проповедовало каннибализм, коптило предков и соблюдало жестокие ритуалы. Под влиянием цивилизации дани обзавелись мобильными телефонами, радиоприемниками и часами, а копченых предков используют как реквизит для фото с туристами, на которых зарабатывают. Но одна жестокая традиция все-таки осталась. В этом видео ты узнаешь, зачем индонезийские женщины калечат себя и как они это делают. Для женщин с индонезийского племени Дани потеря любимого человека сопровождается ритуалом, связанным с физической болью. После смерти близкого человека девушки и женщины ампутируют верхнюю половину пальцев на руке. Согласно древней традиции, отрезание пальцев успокаивает дух умершего и символизирует боль утраты. В некоторых случаях девочкам-младенцам отрезают пальцы собственные матери. Для ампутации верхней части пальца индонезийцы используют заточенные камни. Однако, в некоторых случаях туземцы туго перевязывают косточки, чтобы прервать кровообращение. Мышцы и нервы умирают из-за недостатка кислорода. Эта процедура облегчает ампутацию. Открытую рану прижигают, чтобы замедлить кровотечение, а ампутированную часть или сжигают, или закапывают в специальном месте. На пальцах можно посчитать количество умерших близких. И хотя индонезийские власти запретили проведение болезненного ритуала под названием «Икипалин» несколько лет назад, многие летние женщины продолжают придерживаться традиции. Мужчины тем временем и не думают калечить себя. Зато у местных мужчин есть одежда под названием «котеко», что в переводе означает «влагалище для пениса». «Котеко» изготавливают из тыквы, плод высушивают, а затем надевают для защиты полового органа. В начале 1970-х годов индонезийское правительство запустило проект. Власти хотели привить мужчинам племени любовь к шортам, но план провалился, и местные мужчины до сих пор носят тыкву вместо шорт. Уж лучше подписаться на канал, чем придерживаться столь нечеловечных традиций. Если согласен, жми лайк и на колокольчик, чтобы не пропустить новое, интереснейшее видео.